Им они предлагают разрешить делать самостоятельный учебный план, самостоятельные учебные программы, и тогда они сделают практических занятий столько, сколько нужно для того, чтобы детей реально научить и вести производственную практику прямо на работе. Кроме того, Миноборнауки России по некоторым программам подготовки рабочих кадров рассмотрит возможность увеличить за счет практики продолжительность учебы с 2 лет 5 месяцев до 2 лет 10 месяцев. Таким образом, почти полгода будущие специалисты смогут провести непосредственно на рабочем месте. Пермский подход к профессиональному образованию высоко оценил президент России Владимир Путин. Процесс модернизации федеральных стандартов уже запущен. На следующей неделе в плане стоит встреча с Ливановым, министром образования, и будем разговаривать о том, что необходимо внести, какие изменения в образовательные стандарты. Есть хорошая новость, что Министерство образования уже приняло нашу инициативу, и нам выделены дополнительные средства.